Специальные знаки марки – гарант защиты бюллетеней от подделки. В Ульяновский избирком их поступило 80 упаковок, а суммарно – порядка 2 миллионов. Каждая представляет собой своего рода водяной знак с защитной сеткой. Конкретно эти спецмарки будут наклеены на избирательные бюллетени для голосования на выборах депутатов в Госдуму. Количество марок будет соответствовать количеству изготовленных бюллетеней. Марка будет наклеиваться в правом верхнем углу избирательного бюллетеня, а для бюллетеней, которые будут использоваться на комплексе обработки избирательного бюллетеня 2017, на оборотной стороне бюллетеня. Не позднее 21 августа спецмарки будут доставлены в территориальные избирательные комиссии, а к 15 сентября – в участковые. Спецмарка для бюллетеней на выборы главы региона отличается. На ней есть тангерная сетка, которая увеличивает защиту. Напомним, 18 июля завершился срок приема документов для регистрации кандидатов на пост губернатора Ульяновской области. Всего выдвинуто 8 претендентов, 6 из которых в установленный срок представили в облсберком документы для регистрации. Александра Никитина, Герман Баранов, Улправда ТВ.